Хорошо, последнее возражение, и на этом мы уже с вами закончим. Убежденность безошибочности не всегда приносила для евангельских христиан добрый плод. Автор этого возражения Дэвид Хаббард. И что ж, почему он приводит такое возражение? Опять же, возвращаемся к книге Гарольда Линзеля «Битва за Библию». К сожалению, в этой книге Линзель делает такое заявление, что все будет очень-очень хорошо только в том случае, если вы будете верить в безошибочность Библии. А христиане, которые перестали верить в безошибочность Библии, со временем отступили от веры и оказались втянутыми в различные грехи. Что ж, Хаббард говорит, что все это совсем не обязательно, что есть и те, которые благоговеют перед Писанием, при этом совершают греховные поступки. Итак, что же нам сказать на эти аргументы? Я думаю, нам нужно сказать, что оба, и Линзель, и Хаббард, ошибаются. Если вы не верите в безошибочность, это не означает, что вас ждет неизбежная катастрофа. И также нет никакой гарантии в том, что вы не совершите никакого греха, если верите в безошибочность Библии. Но главный вопрос, а какое отношение это все имеет к тому, о чем учит Писание в вопросе безошибочности и богодухновенности? Поэтому это ничего не определяет. Но опять же, это возражение было сформулировано на основании того, что написал Линзель. А его заключение также не является верным. Поэтому весь этот вопрос, поднятый в 11-м возражении, ведет в неверном направлении. Что ж, я хотел бы, чтобы у нас было больше времени, чтобы все это разобрать, а также рассмотреть и другие возражения. Но я думаю, нам придется сейчас остановиться. Единственное, я хотел бы сказать несколько слов по поводу 12-го возражения. Роджерс и Маким написали книгу, которая стала достаточно известной. Эта книга была посвящена вопросу богодухновенности и авторитетности Библии. И в этой книге они заявили о том, что, несмотря на то, что многие полагают, что исторически христиане верили в безошибочность Библии, на самом деле все далеко не так, и он приводит доказательства такого вывода, что церковь так не считала, что церковь делала ударение на непогрешимости Библии, на авторитете Библии. И, как мне кажется, лучше всего ответить на это возражение следующим образом. Доктор Джон Вудбридж несколько лет тому назад написал замечательную книгу, в которой он отвечает на возражения Роджерса и Макима, и он показывает, что они не только неточно изображают историю церкви, но что они ведут себя совершенно ненаучно в том, как преподносят исторические факты. Я не думаю, что эта книга все еще издается, но она уж точно есть в нашей библиотеке. Что ж, позвольте мне остановиться, наше время подошло к концу. Но, тем не менее, я хотел бы дать время для того, чтобы вы могли задать какие-либо вопросы по доктрине безошибочности. И я извиняюсь за то, что нам пришлось так торопиться, но я осознаю, сколько еще тем нам нужно разобрать в рамках этого курса. И я очень благодарен вам за ваше понимание. Вот те, кто отвергает безошибочность, отдают ли они отчет, как это должно отразиться на их жизни и на жизни следующего поколения, которое вырастет на убежденности, что Библия ошибочна? Все, что я хотел бы сказать в ответ на этот вопрос, это следующее. Ну что ж, я думаю, всем очевидно, что я не пророк и не сын пророка,
Поэтому я не могу предвидеть то, что произойдет, но я все-таки думаю, что мы должны быть очень осторожны, когда заявляем о том, что произойдет что-то ужасное, и это неизбежно, если только люди, христиане, перестанут верить в безошибочность Библии. Для того, чтобы показать ошибочность такого заявления, достаточно привести пример какого-то человека, который перестал верить в безошибочность Библии и все еще остался благочестивым христианином. Или пример человека, который все еще верит в безошибочность, но при этом живет нечестиво. Я не думаю о том, что мы можем утверждать, что каждый человек, который перестает верить в безошибочность Библии, обязательно отступит от веры. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать вот что. И мы это говорили, когда начинали изучать вопрос библиологии. Ваше представление о Библии обязательно повлияет на то, каким будет ваше богословие. А если ваше богословие неразрывно с вашей жизнью, то тогда можно сказать, что представление о Библии влияет на то, как люди живут. Я не могу в точности показать, в чем будет это различие, но я бы хотел еще раз сказать вот что. Вне зависимости от того, верит человек в безошибочность Библии или нет, я считаю, что Библия призывает нас верить в безошибочность. И если я хочу быть евангельским христианином, вы хотите быть евангельским христианином, то мы с вами, как евангельские христиане, должны верить в то, чему учит Библия. А если Библия учит безошибочности, а мы в это не верим, вот тогда проблема. Тогда мы непослушны Библии. А это, в свою очередь, может привести к другим проблемам. Но что будут это за проблемы, насколько все они будут неизбежны, вот тут очень трудно что-то определенно сказать. Еще есть какие-либо вопросы? Как всегда, с вами очень приятно работать. Я очень ценю вашу готовность вникать в этот материал. Я понимаю, что мы идем очень быстро, но, к сожалению, нам приходится это делать. Далее мы будем изучать с вами доктрину о Боге. Вначале мы познакомимся с этой доктриной, поймем, в чем ее суть, что она в себя включает, и далее поговорим о божественных атрибутах. В своих распечатках вы найдете все необходимые вам определения. И сложнее все будет нам с теми атрибутами, которые не относятся к нравственным. Я бы очень хотел успеть с вами начать разбирать доктрину о Троице, но, возможно, мы не успеем ее завтра начать. Но еще раз спасибо всем вам за ваше внимание и хорошего вам всем дня. Увидимся на следующей лекции. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.